чрезвычайного полномочного посла Королевства Бахрейн в России, доктора Ахмеда Аль-Саати. Поэтому вот в окружении дивных красавиц мы сегодня собрались здесь. У нас в гостях депутат Государственной Думы Гульнар Зайырбекович Омаров. Поэтому вот так вот и держим. На то мы стоим. Салам алейкум всем. Празднование Национального дня Бахрейна, интронизации короля Бахрейна, нашей дружбы. У нас дипломатические отношения уже столько лет функционируют. Это замечательная страна, красивая, с традициями, с тягой к культуре. Я хотел поздравить короля с этим знаковым событием, с его празднованием вставления на престол. Я его очень люблю, люблю Бахрейн, я там много работал, много делал эскизов, набросков, у меня там была выставка очень успешная, и сегодня как бы вот эта связь продолжается. Скоро приедет король, я надеюсь, его пригласит к себе в гости, и очередной раз постараюсь его обрадовать, удивить, подарить ему какую-то одну из своих картин, связанных с Бахрейном и Россией. Доктор Ахмед Аль-Саати. يسرني وزوجتي أن أرحب بكم وبسيد سيرجي كيرشن النائب وزير الخارجية الروسية وأشكركم على تشريفنا الليلة للاحتفال معنا بالذكرى 20 لجلوس جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه والعيد الوطني 48 لمملكتنا العزيزة. Дамы и господа, я и моя супруга рады приветствовать сегодня его превосходительство заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина. Мы приветствуем вас всех и благодарим за то, что вы почтили своим присутствием этот торжественный вечер, посвященный 20-летию восшествия на престол Его Величества короля Хамеда бен Иса Аль-Халифа, короля королевства Бахрейн, и 48-й годовщине национального дня нашего королевства. I want to thank all the girls from Russia about the good job. I'm very happy. I'm from Bahrain, Kubra Al-Qasir. Дорогие друзья, от лица Международного дипломатического клуба Amicability мы от всей души поздравляем королевство Бахрейн с этим замечательным юбилеем. 20 лет восшествия Его Величества короля на престол. И пожелаем им мира, мирного неба над головой, процветания и, конечно же, самое главное, это человеческого счастья.